Мой дед Михайлов Иван Николаевич родился 27 августа 1922 года. В 1941 году Белколитвинским райвоенкоматом он был призван и зачислен краснофлотцем в 85-ю морскую стрелковую бригаду Карельского фронта. За время войны он был награжден правительственными наградами. В августе 43-го во время боя была прервана связь с действующими подразделениями. Не могли определить место расположения и обстановку данных подразделений более 2 часов. Ему было поручено немедленно связаться с этими подразделениями. Был сильный обстрел, и во время этого обстрела он пробрался к действующим подразделениям и уточнил обстановку. За мужество и отвагу благодаря ему была выполнена боевая задача, и он был награжден орденом Красной Звезды. Благодаря ему и многим другим таким героям мы живем под чистым, мирным небом.